И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Даниил, и мы продолжаем прохождение The Land of Pain. Он инди хоррор, да, уже, по-моему, четвертая серия уже даже. Вот, я сейчас долго вспоминал, о чем мы остановились. И вспомнил, что сейчас мы выйдем из тоннеля, нас будет ждать чуча. И я не знаю, как ее преодолеть. Хотя у меня есть одна идейка, что нужно... Ну ладно, это если не получится, то мы побежим обратно. Вот примерно. Вот так вот. Я думаю, дверь его не остановит. Опять же появится, да? Ох, мать твою! Ох! Ладно. Мой план провалился. Я не знаю, что делать. Как бы, ну... Сюда пройти он не может. И это, наверное, хорошо. А если ему там сделаем? Мы пробовали уже, да? Мать твою, сколько можно-то, а? Да, иди сюда. А? Говнарь. Слушай, я не знаю, что делать. Потому что как бы... Бежать-то, по сути, некуда. Бежим. Бля, куда бежать-то? Ну так тогда понятно, все, ладно, ладно. То есть видим говнаря. Где он? Иди сюда, иди сюда. Ох, мать твою, да эй, ну как так? Слышь. Ох, едить, колотить.
пойдешь за мной, правда? Отвали! Понятно. Сучонок, а? Не, ну ты прикинь. Да он как-то замедлился, он какой бы неуверенный прям в себе. Ай-яй-яй! Все, мне каюк. Да собака ты вот, блин. Вот как это делать, если он, сука, не перепрыгивает? То есть у него... Ладно, попробуем. Так, чертила, а ты где? Ух, мать твою. А ты что не с той стороны пришел? Так, тихо. О! Ништяк! Сработало. Я пошел нахер. А нам куда подойти? Я забыл. Так, все, мы от этого пиздюка, короче, отделались. Так, все, спокойно, надышись. Все хорошо. Фу, блядь, ну уж пурашки побежали. Знаешь, он собака не страшный, но, сука, страшный. Так, а я туда иду или нет? А, мне надо будет подорвать что-то. Ну или разгрести чем-то. А там мне надо будет прямо пройти, где досками забит проход. Помните, да? Вот и я не помню. Где-то здесь, по-моему. Во! Вот здесь. Так, все, мы так. Ну да, вот так вот примерно. Так, а чё тишина такая, слышь? Ну, по-братски надо, чтобы за мной гнался, хорошо? Я не люблю этого. Пусть как-нибудь пугают, но, блин, без этого. Без фанатизма вот этого. Пока допер, когда челик это убежать. Блин. Сколько уже? Минут 5 прошло, да, наверное? Опа. Так. И чё это? Ага, это типа мне надо спрыгнуть, да, туда? А если я не хочу? А, ты... а, это мои шаги, окей. Так, вниз там не надо, нам надо сюда, правильно? Правильно. Это красные контейнеры повсюду, мне не нравится. Так, а можно зажигать? О, можно. Что это? Старая кирка, ржавая, но все еще юзабельная. Ну ладно, это мои шаги, все, я спокоен. Ладно, все хорошо, как мы обратно пойдем. Видимо, куда-то сюда надо идти. Или нет? Нет, не сюда. А куда тогда? Может быть... Вниз? Тихо. Я тебя понял. Не вниз. Ты видишь это? Что там блестит такое?
Можно подняться, посмотреть? Можно. Вы нашли секрет! Охереть. Лучше бы я выход нашел. Подожди-ка. А это что? Это не выход? Походу нет. Так, ну сюда мне надо. Это 100%. Может, куда-нибудь сюда, не знаю. Прохожу. Жирный слишком. Так, ну, точно не вниз. Как бы это понятно. Это мы уже проверили. А куда еще можно? Кто-нибудь понимает? Ой, обратно я точно не попаду. Это 100%. Хотя... А, или попаду. А, тю. Я-то думал. Какой-то обходной путь надо искать. Так, что-то... Напряжённая атмосфера какая-то, да? Ещё нихера не видно. Фонарь этот, блин, что... Что светит, что не светит. Подожди, здесь фонарь был? По-моему, да. Так, мне сейчас обратно надо, правильно? Вот сюда. Так, спокойно. Так. Бля, почему? Ох, елки. Спокуха. Я куда вернулся? Подожди, а почему вернулся сюда? Погоди-ка, здесь, по-моему, что-то было по-другому. Не? А вот. Все ништяк. Все правильно. Так. Так, атмосфера не нагнетай так. Мне мурашки по коже, не знаю почему. Коллапс. Расхерачиваем. Да блин, там такой, блин. Там так засыпано, что. Как бы. Разгребал там, ну, не знаю, не один день. Хотя хер, хотя может он не такой. Ёлки-булки. Другая жертва. А, у него ключи с собой. Он весь покрыт кровью и странной липкой субстанцией. Он говорит, ну, в любом случае мне нужно его забрать. Ну, конечно. А, так, оно нашло нас. Другие были схвачены и утащены куда-то. Туннель обвалился, и я оказался в ловушке. Два других бедных человека еще оставались в живых. Я мог слышать эхо их криков, доходящихся из глубин горы. Я просто надеюсь, что оно не сможет взять меня здесь. Когда оно придет... когда оно уйдет, я смогу начать типа разгребать камни. Ну что-то у тебя не получилось, я смотрю.
Так, а от чего ключ? Погоди. Погоди, погоди, надо подумать. Все, и теперь обратно надо бежать. Смотри, там, откуда, собственно, мы начали серию. А, нет, подожди, там нет. А где дверь? Какая там дверь тогда еще есть? Ключ от чего-то вообще может быть? Бля, у нас есть какой-нибудь журнал, не помню. Это, по-моему, мы читали, да? Так, я забыл, куда идти, короче. У него ключ... А, ну у него ключ от чего-то. Но не факт, что это от чего-то в шахте. Правильно? Правильно. Наверное. Так, сохрани. Ладушки, оладушки. Так, а куда ж мне? Ой, там что-то красное такое прям. Мы туда не можем пробраться, поэтому. Хорош. Короче, я разобрался, как прыгать наконец-то. Чтобы, короче, прыгать, надо. Не надо зажимать. Только ты зажимаешь, короче, он не прыгает. Он начинает прыгать только когда ты отожмешь пробел. Это очень странно. Так, Чуча, а ты здесь? Мне опять от тебя бегать. Да, ёханый бабай. Я не знаю, куда мне надо, поэтому я пойду куда-нибудь. А, ну здесь же мы дверь открыли, да? Нахер пошел. Все, ничего не знаю. Так. А, чуть-чуть все равно сюда не пройдет. Сейчас отдышимся немножко. Подожди, а куда мне тогда надо? Я что-то не понимаю. Просто или мне надо отсюда убегать, типа, или что? Или где, или как? Просто двери-то особо нету. Ох, мать твою. Ну где ты? Ох. Ой, это было... А, ну ладно. Значит, побежим отсюда. А куда бежать, я не знаю. Хоть убей, я не помню. Ох, мать, ты прямо на него убежала. Ну не дебюля. Ладно, ладно. Так, тут мы никак не перепрыгнем, да, я так полагаю. Ну и водичку падать тоже не стоит. Блин, там что-то красное, там что-то интересное. Или нет. Оп, хорошо. Блин, значит, ты приходишь справа. Здесь мне надо как-то бежать от тебя. Ой, мать твою. Эй! Что-то это было нечестно. Так, тихо, спокойно. Ну, это каждый раз так вот пробегать, блин. Хорошо, что загрузки никакой нету. Тупо вообще было, прикинь. Еще ждать, короче, пока игра загрузится. Как в каком-нибудь Ведьмаке там, третьем. Ты откуда прилетаешь? Ой, бля, я не хочу знать. Откуда тут? Ой. Все равно умер, а? Не дебюля. Так, еще раз, куда мне надо бежать? Я что-то не понимаю. Уж
Может, куда-то сюда? Бля, походу, да. Нахер иди. Все, получается, просто на выход надо было бежать, я так полагаю. Матерь Божья. Так, ну все хорошо, конечно. Не, ну допустим. Допустим. А что это за ключ? Ну, чисто интересно как бы. Может, какой-нибудь там, не знаю, домика? Почему бы и нет? Короче, если это не от домика, мне придется сейчас обратно, то мы серию закончим, потому что мне что-то лень. Потом в следующий продолжим. Конечно, добегу, не на запись, там все дела. Вы поняли. Так, тихо. Надо дышаться. Что-то чуть-чуть сейчас за нами полетит. Опа. Так, погода что-то изменилась. А что такое, слышь? Короче, это самое. Что словно случилось? Этот голос. Это было прямо у меня в мозгах. Чувак, не исключено вообще прям. Похер, бежим. Насрать абсолютно. Так, может, от дома все-таки ключ какой-нибудь? Закрыто. И невозможно открыть, говорит. Вот же говно, а. Значит, не от домика. А чё, может, еще? Ну, пойдем еще посмотрим. Трактор. Так, нужно что-то, чтобы собрать. Так, а вот еще одна есть. О! Открылась. Ёлки-булки. Да неужели? Так, есть что полезное? Так, пилу. Блин, давай бензопилу, короче, возьмем херню. А, блин, это жду. Бензопили моего. Как бы я не хочу. Понятно. Так, ведерко, значит. Не, видишь, я все правильно делаю. Ничего, никакого шланга нету, что ли. Как бы мы как просто ведерко сольем, что ли. Ну, это как-то, по-моему, неправильно. Ну, пойду попробуем. Как бы, ну. В путь так. Что-то, говорит, еще надо. Не, я ж говорю, какой-то шланг нужен. По-любому. Бензин никогда не слил. Ни хера топор. По говну ходить, конечно, такое себе, но... Блин, что-то я не вижу ничего. Грязь. Только не пищи там вот это вот. Пила, цепь бензопилы. А, блин, еще есть. По соломке можно подняться, прикинь. Так, тихо. Ха, винишка.
Можно хлебнуть чутка? Странички, ёханы. О, это вот оно, да. Так, дровишки есть. Сковородушка. Это закрыто. Это открыто. Ой, что-то там... Что-то там про хаос. Закончим, закодированная книга... типа содержала в себе, а я типа хотела, чтобы мы ее расшифровали, типа. В общем, те частицы знаний, которые мы почерпали из книги, содержали забытое, как бы это странно звучало, знание, которое только великие древние могли как бы использовать. Теперь слишком поздно. Он уже типа, ну, в общем, пролил свою ярость на деревню. Что там, дюк, это не знаю, что такое. Короче, был разрушен. Что-то прямо, короче, по центру деревни, и короче, уничтожил наши дороги и мосты. Типа, ну, типа, а, как бы это, типа, ну, была некоторая удача, что было какое-то секретное послание, в котором только мы, избранные, могли получить. Мы можем однажды снова запустить в него машину, или машинную комнату, наверное. И типа продолжить нашу работу. Мы могли, а, ну, в общем, посчитали это все-таки удачей. Должна ли машина быть уничтожена? Что это было бы катастрофой. Особенно теперь, когда мы поняли ее невероятные функции. То есть открыть связь с другим миром. Мы должны поторопиться, ну, типа, своим открытием, с открытием другой стороны, пока наш бог нас всех не перебил. Скоро все будет, в общем, приготовлено к прочтению, чтобы открыть портал. Все, что... Что-то там... А, все, что, типа, ну, нужно для... херни, содержится в безопасной клетке. Что там вокруг платформы, что, в общем, защищает нас от путешественников из... Че, не понял. Ну, короче, что-то такое. Охеренный переводчик, извини, но... Слип. Ну, куча выглядит как безопасное место. Есть здесь фонарик, в общем. Поэтому я немного вздремнул. Нормально вообще, там какая-то чучу летает. Он говорит, дай посплю пока. Не, ну правильно, в принципе, сколько мы уже носимся. Как угорелые уже. Исподнее там сменить уже пару раз надо было давно уже. Воробушки. Шо? Где, говорит, мой фонарь? Кровяка. Что-то мне это не нравится.
Ух, ёб твою мать. Сосранцы, а? Чё это было? Блин, нихера не видно. Нету, говорит, фонаря. Да я понял, что нету. Хера не видно вообще. О, говорит, вот он. Говорит, как он сюда попал, говорит, вообще. Как вообще такое могло случиться? Не знаю, но это выглядит как-то не очень, на самом деле. Так, а там что? Там что-то особо ничего не поменялось. Ладно, все хорошо, но мне еще все-таки нужен шланг, видимо. Либо. А может мне ключ нужен? Вот нет. Буква Ж. Так. Старый коровник. Я все еще не могу поверить, что я обнаружил. Эти люди, в общем, открыли связь с другими мирами с помощью своей этой загадочной машины. В общем, они соединились с двумя пилонами в центре монолита. И, в общем, соединение открыло правильное место или что-то такое, где я, в общем, обнаружу себя позднее. Я даже боюсь подумать, но что если эта сфера, которая прикоснулся, была именно связью, про которую не говорят? И действительно ли это что-то вроде чужого мира? Но он выглядит очень похожим на Землю. Записки, которые я находил, были на моем языке. Я не понимаю. В общем, что-то странное произошло сегодня ночью, когда я спал в коровнике. Я не думаю, что я, говорит, был один в этой комнате. Не исключено. Не исключено. Наводится на этот пирс. А танк виз. Что-то там. Что-то про пирс говорят. Пойдем на пирс. Так, тихо, нахрен. Понятно, нету. Все хорошо, блин, но что мне делать? Что у меня кончились идеи. Здесь осмотримся. Здесь не с чем будет взаимодействовать. Поэтому здесь будет не с чем взаимодействовать. Нам придется куда-то идти. Нет, мне что-то отсюда не особо хочется уходить. По понятным причинам. Еще раз наверх поднимемся, может что-то с фонарем я что-то увижу. Опа. Так, долото и молоток. Возможно, это то, что я искал. Чё, музыка прекратилась? А, ну все правильно, сейчас мы, короче, сделаем так вот.
Чпеньк, чпеньк, чпеньк. Нашел топливо, правда, его не особо много. Так, все. Я, говорит, залил топливо. Надеюсь, его хватит. Ну, думаю, хватит. И давайте, наверное, на этом серию закончим. Лодочку. Что, будем запускать? Давай, давай запустим. Time to get. Что, время взять лодку и валить. А, типа мне. Ох, мать твою. Эй, вообще-то... Ладно, придется еще немножко поиграть. Хотя можем, по идее, нажать Escape вот так вот. И закончить серию. Когда мы поехали на лодочке, нашли. Все, видишь, все логично в игре, в принципе. То есть не нужно ничего придумывать. Все достаточно просто. Ладно, будем продолжать, пока игра, на удивление, не вылетела. Мне это нравится. Вот. Поэтому в предыдущие разы мы увидели все. В принципе, если смотрели... Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Господи Иисусе. В общем, всем спасибо, всем пока.